Фух, ну и денек. Мне нужно отдохнуть. Эй, Лео! А? Что это? Это моя половина кровати. Брысь! Окей, я лягу на свою половину. И заберу с собой подушку. Верни мне подушку, Пайпер. Да пожалуйста. Ну все, ты сама напросилась. Юху, бой подушками. Моя любимая игра. И мой коронный удар. Ну все, Пайпер, с меня довольна. Больше ноги твоей не будет на моей половине кровати. Да пожалуйста. Я тоже хочу разделить нашу кровать. Теперь каждая из нас по отдельности. Теперь ты не залезешь на мою половину кровати. Ну и хорошо. У меня свой собственный уголок. Здесь не помешает уборка. Все будет блестеть чистотой. Хватит шуметь, Пайпер. Пылесос напал на меня. Помогите. Фух, уборка это не мое. Под кроватью целая вселенная мусора. Здесь тоже нужно убрать. Рука не дотягивается. Кровать, не мешай мне пылесосить. Надо тебя приподнять. О, это идея. Здесь можно построить целый домик. Прямо под кроватью. Какая красота! Привет, Лео. Смотри, как круто я придумала. Я тоже могу построить домик под кроватью. Ничуть не хуже. А даже лучше. Мой домик станет самым крутым в этой комнате, Пайпер. Я тоже могу обустроить свой домик. Для начала мягкий коврик. Обожаю розовый цвет. Его должно быть больше. Я сделаю все розового цвета. Получилось. Мой розовый домик. Розовый – это вчерашний день. Сейчас в моде все зеленое. Побольше зелени. Еще больше. И еще. Сплошное перемолотое здоровье. Натуральная зеленая краска готова. Теперь можно покрасить все стены. А теперь добавлю цветы на стенку. Готово. Вам нравится? О, кое-что забыла. Ребята, вам нравится зеленый цвет и мои растения? Или вам больше нравится нежный розовый оттенок моего домика? Напишите в комментариях, какой цвет вам больше нравится. Мне нужно больше растений. Я озеленю всю свою тайную комнату. Я придумала еще кое-что. У меня есть семена специально для интерьера. Польем пол. И свежий газон готов. Зелень везде. Какая красота. Но мой потолок выглядит немножко лысым. Не беда. Кто сказал, что зелень не может расти прямо на потолке? Я живу словно в оранжерее. А тебе слабо, Пайпер? Ого! А вот это зеленый апгрейд. Я тоже смогу сделать себе классный потолок. Точнее, я знаю, где его заказать. Супербыстрая трум-доставка. Вот ваша посылка. Вау! Распишитесь. Спасибо. Посмотрим, что здесь у нас. О, да! Розовая неоновая лента. Теперь нужно только повесить ее на потолок. Это не цвет, а фантастика. И добавим нежные облака из ваты. Ну, что ты скажешь про мой розовый потолок с эффектом заката, Лео? Неоновая лента? У меня тоже будет такая. Одну ленту, пожалуйста. Деньги вперед. Окей, у меня здесь где-то были зеленые бумажки. Вот они, прошу. Теперь у меня тоже есть зеленый свет. Готово. Да будет свет! Джунгли засветились. Выкуси, Пайпер. Зеленый шарик? Фу. Зачем мне этот цвет? Вот розовый. Это совсем другое дело. Но кто его перекрасил? Ты побывал в моих облаках и стал розовым?
Вот это да! Шарики, готовьтесь! Прикрепим их на стену. Гениально! Я обклею розовыми шариками всю свою стену. А несколько шариков подвешу на леску. Нужно обойти Лью. Я повешу гирлянду. Та-да! Моя стена словно сладкая воздушная жвачка. У Пайпер такой уютный уголок. Я смогу утереть ей нос. В моем домике будет место для моей библиотеки. Обожаю читать. А здесь поместятся все мои книги. Книги расставлены. А что делать с этим удобным ящиком? Волшебная пыльца мне поможет. А ящик превратился в удобную зеленую полку. Но ей чего-то не хватает. Вазочки-лампочки с растениями внутри. Как тебе это, Пайпер? Кто здесь? О, милый лягушонок. Привет, мой новый друг. Ты будешь охранять мой домик. Лия повесила полки? Окей. Я тоже могу облагородить свою стену. Розовая роза. Розовые часики. И розовый кот. А вот и розовая орхидея расцвела. Я словно в райском розовом саду. А как насчет второй стены? Ауч, заноза. Ну ничего. Я смогу укротить эту стену. Теперь она мягкая и пушистая. Как мой характер. Лия опять такая серьезная. И все читает свои комиксы. Пришло время над ней подшутить. Эй, Лия, ты боишься щекотки? Прости, Лия. Пайпер, мои комиксы рассыпались. Хотя я знаю, что теперь делать с этими страницами. Зеленый фонарь отлично смотрится на моей стене. Я словно сама живу в комиксе. Зайка, ты это видел? Лия может пристроить даже порванные комиксы. Я тоже так хочу. Что с тобой, зайка? Ты наколдовал мне свои картинки на стену? Спасибо, маленький волшебник. Я украшу стену милыми картинками. Розовая милота против зеленого фонаря. Ты не победишь, Пайпер. Мне нужны новые шторы. Пайпер любит маме Лонглегс? Я позабочусь, чтобы ее кумир пришла к ней в гости. Что это было? Маме Лонглегс ожила? Ты здесь? Настоящая? Мамочки! Эй, а чая не будет? А вот и шторки, чтобы отгораживать мою зону комфорта. Не хватает блестящих зеленых лиан. Это вход в мои домашние джунгли. Теперь сфотографируюсь в своей тайной комнате. Инстаграм должен знать про мой зеленый талант. Какая красота и зелень. Оу! А вот и мы с Пайпер. Раньше мы так веселились вместе. Это было такое хорошее время. Я тоже скучаю, Лия. У меня есть идея. Где же она? Вот, мне нужна помощь розовой магии. Раз, два, пончик. И еще немного вкусняшек с потолка. Какая красота и вкусная нежность. Я тоже кое-что придумала. Где мой зеленый десерт? Надеюсь, Пайпер понравится. Пора собрать урожай с верхнего газона. Ммм,
Свежие макароны прямо с грядки. Давай мириться, подружка. Я принесла вкусняшки. Мири-мири навсегда. Оу, а вот и столик перемирия. Это точно знак. Как мило. Угощайся, моя лучшая подружка. Будем есть вкусняшки и мириться. Ничто не может разрушить нашу дружбу. И нашу любовь к сладостям.